удовлетворить, избрать обеими новосельского или военного общения заключения под стражу, установить срок ее содержания под стражу на 2 месяца 3 суток, 17 января 2022 года. Удовлетворение ходатайства стороны защиты от избрания в отношении новосельского мер пресечения, связанного с заключением под стражу, отказать. Настоящее постановление может также быть в судебном порядке Московского городского заключения 3 суток со дня вынесения, в случае подачи конституционной жалобы обвиняемого. Проект ходатайства о самоучастии, рассмотрение жалобы судом, апелляционной станции, ходатайство об участии в суде апелляционной станции обвиняемого вправе заявить в течение 3 суток с целью вручения его постановления, в тот же срок с целью вручения копии апелляционного представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Понятно?